Вести забрать хотел. А, понял. Роль боишь? Блин, может ГБ просто. Ну поставь ГБ, положи. Вот Затунга на тебя на перефазе два раза зеленый на первого кидался. Я тебе первый раз сказал, но второй раз ты меня не понял. Еще раз ты так сделаешь, ты здесь выигрываешь время дарения. А, вообще... Второго тактика не нравится. Да, проект. Если стаков много, ждешь пока спадут, потом можешь дальше двигаться. Рыбу ешьте? Не больше 10. Так, Black Dot Верунья, жадница. И Сайбот, вы у меня на сверк. Че, Верунья? Ну ладно. Да Верунья, ты пета отправляешь своего беса и все. Надо. Он нормально поднимает. Привет. Здорово. С возвращением. Да, спасибо. Здорово. Тупо звучишь как этот мем, а как живой, но сука, не живой. Ты про меня или что такое? Ну, про тебя ты так сказал, Серега. Никто не падал, пристабов никому не надо. Нет. А, интеллект надо. Ну-ка, интеллект. Да. Вот поменяй. Поехали. Вот поменяй. Чувствуете? Рома вылетает из жопы. На славу на пол поехали. Подними наверх, Слава. Все совы дамажат, теперь никто вообще не кидает волшебник. Вихо разбежались. Почему он же висит, я кинул. Да. Конечно, мне не все бабы пока. Да вы зажрались. Не кидаете ничего. Подбейте сферу, готовь схилить. Астрали, захилить себя, зеленку нажми. Уже использовал. Понимаю. Сфера подбивайся. Веруня, подбивай сферу. Не надо. Не, тащите их обратно, че. Да-да-да, наверх, наверх, наверх. Или сет.
Извините, вентилятор поставлю. Ё-моё. Что-то мне сказать? Я стою вообще не дамажу. 19 стаков было. Гера пошла. Раза таунт уже прокнет. Их разбежались. Дик прифай. Слева сверху. Вихрь разбежались. Через сет. А где он? А. А, не расслабься. Это не наш, он спортсмен Грик. Можно пока снять пункты уровня. Ну, уже, наверное, доливают у них, не знаю. Что, долезть, нет? Да нахуй, 4 ляма. 4 ляма за 20 секунд тоже. Даня, первая шея сколько надо? Островная? 270. Да, 270. Лол, у меня 220 просто. Готовься встречать Талдерама. Я настакал. Ой, ладно. Я лучше подумал, ты в курсе набил 220 на этом. Но... Ага, ну прости, ага. Я аж возгордился тобой, потому что не было. Блин, эти такие запаны хпало мне. Сука. Если бы вы фармили, я бы с вами гонял. Рома, ты что, интеллект собираешь? Да я на хпало хотел. Я ж все хпало сделал, ты шо? Тактика, играем. Остальных контролем. Да, надо идти проходку в целках, да, напал? Все, на пол один будет. Ну, уже почти десятка, там кое-что плохо, почти на пол десятку закрыли сегодня. Там вообще... Убийц. Да, стоял вчера, да. Я у кого-то проходку в зад. Тебя не было. Правильно, что ты. У меня купил. Отсюда? Ну да, я тебя провожу. Ну, завать не могу. Дело не в том, что какой-то пабли, дело в том, что они ходили сейчас там, в вагоны и пачку. И такие, да мы чисто за ОД, там, по фанчику, погнали с нами. Ну ладно, какая разница. Мне это 10 км нахуй не надо. Ладно, кидай блин. Помог бы ловочку. КМ уже проходки нет. Можешь заходить просто. Ворот открыт. А мне что, пойдем за 10 км соберем? Завтра? Ну. Обычку добьем. Ну, сегодня вечером добьем, да? Да, разница.
Ты еще слишком слабо для 10 хм. Я думаю, второй хил повесится с тобой. Давай я повесю. Да, ну и будет 2 слабых хила. Я тебе так скажу, у меня 200 этих хпал с 5% меткости. 5% меткости. Хпали. Мало, что мало. Кап для джаги набирает. Так, это утерпил, и голосок прорезался, вот сидела там. Бунга подсос суфлёр, и она терпила. Два сюда такие пытаются что-то... Да просто его двинет, и всё, я не хочу. Кстати, я хотел спросить, и сделал этот канал, мы так и потеряли нить того, что мы хотели бы сказать, какой я лох, а никакие все не везет. Ай, пофиг, кто пишет. Ты тоже пишет. Ну, мне пока нечем поддаваться. Я хочу прям таким массивным что-то делать, а не по одной монетке кидать. По одной монетке засрелся канал очень быстро. Требуем канал для трех Данилов. Кому будет интересно следить, кто лидирует канал? Три Данилы. Ой, 4. Надо было называть... Серп тут. Серп тут. Тактику знаешь, на Умтель? Суманите, молодые люди. Она не отличается от обычных. Ты служи не затупишь или ты затуп? Ну, просто скажи, да или нет. Как есть, потому что я не верю в Зевса. Все, значит, идешь. На одного босса, может и на два. Веры в Зевса нету. Поставьте шкаф с умением серба. А у меня тоже. Щит, наверное, никому да не нужен. Сланки. А кто твой Зевс? Я бы забрал бы. Тот, кто в ЧС у меня сидит. Зевс громовержец, такой бог. Древний грец. Не-не-не, а где у него? Он у нас в гильдии? На Олимпе, да, на Олимпе он живет, на горе на такой. Да ёпта, это ты понял. Новичок какой-то. Те, кто шарит за просто цену КС, я бы тоже, кстати, не доверял бы это огонь Зевсу. Да, типа он, блядь, сгорит, а блядь, и других сдержать. Вот я там же. Тупо ушел по-даньковски. Огонь — это тема Прометея. Нет, я не смог принять сумму. Посмотри про лигу, это точно. Сейчас, подожди, Астралис, сделай ТП. Если кто-нибудь хочет. Кто такой сельдерей, лучше мне скажите. Ее тайна великая есть. Сельдерей. Тупо чел в мут улетает. Сельдерей сильнее, чем Купа Трупа? До сих пор не могу писумониться. Да подожди, ты его уже исключил. Еще минуту ждать. Пока можем тактику объяснить. Так, что поставим на тактике? РД, хил и звезда. Понятно, милишники под боссом. С пактом, если на вас красная полоса, вы должны сбежаться друг к другу, а не убегать от нее. Если на вас тени, это лучше раскидывать фиолетовый экран. Значит, вдоль стены. Вправо-влево отошли, вдоль стены бежите. Все, Астрали, на одного босса иди уже. А покажешь. Так, и касаемо взлетки. Хилы в центре, РДД по черному кругу. И милишники там. Дистанцию набираете 10 метров. Молодец, на взлетке. Данич даст мастер аура темной магии. Сайбот даст гимна ХП. А на второй взлетке, она по-любому должна быть, 5 спокойствий друиды. И у Лады гимна ХП. Лазер же не тут, да? Не. Так, ну раз все готовы, танки на позицию, РДД в квадрат, никто не пулит раньше танков. Танки поехали. Затягивайте на танцпол.
Улучшаем туда? Бусики. Так. Там сбежались. Не забывайте, Влада, ты не тратила на себя этот антифир? Нет, на последнего, когда я скажу, дашь антифир. Рагнар вышел. Тени Ату вышел. Пак, сбежались. Да ничего. А, вот на следующей тени, Галя, надо будет кинуть антифир. Только если там не на мага, он там глыбы скинет. Вот, на скарочку кидай антифир. Все в центр, все в центр. Диспел. Ага, дистанцию набираем друг от друга. Укусы не проебите. Кусайте ближайший. Дистанция, гимна ХП, мастер аур дали. Зеленку дикри. Все по меточкам стали. Пакт, забежались. Гера пошла. Серп вышел, серп вышел. Куда ничего. Пак, забежались. Данич вышел. Зачем ты хазуру укусил? Скилл, вот я видел, ты стоял. Вот рядом мощный охотник стоит. Блядь, Софи не кусает, вот главное вот хила нужно укусить. Сибала выбежала. Чтобы за привычкой, не знаю, вот сейчас ты стоял очень долго, я просто смотрел. Я даже рядышком подошел, на сбежали в центр, чтобы ты меня укусил. Я просто вижу, что ты уже, блядь, за жопу у Хизура целишься. Прощенец, нахуй. Спокойствие, друиды, сдали. Не знаю, по мне классно, это читинг макнавится тут Сион. Жопа Хезура важнее всего. Центр добиваем, центр добиваем, центр добиваем. Слабо. А я квесты делаю на острове. Стопы. ДС, не нру. ДС, снизим, быстро-быстро нитим, пока не забрали. Да я все равно не нажимаю, вы ничего не заберете, не волнуйтесь. А выше этого я не буду низить. Я только этот ринь заберусь, на ПВП можно. Так она же не работает на ПВП. Пофиг, я все на них ПВП шутять не смешаю. Тоже верно. Все, Никита, забрал? Да, все забрал. Астраль, тебе нужна Валька? Там, ну... Там поезд, так, вроде поезд. У него есть поезд? Поезд? Я не знаю, у него... Я спрашиваю. Надо Астрали, да, нет? Сибелла, да не особо. Ну ладно, тогда серп может побыть еще на Вальке. У Дэшки полутать. Героически.
Ну чё вы, собственно, стали? Поехали. Тоже по рулю. Ранечко. Пацаны, как у Пера. Не, ну чё, не похоже? Что еще раз? Я говорю, что разве на Вольтеру не похож, он я сзади стою. Ну такое. Слишком маленький. Ну, там не нормально, Вольтеры одинакового размера чисто. Надо кому-нибудь. Вольтеру, что ли? Так-то будет. Дроп отдел. Не сказали ТРЛ. Ну а Сердоля почему-то до сих пор не слышу. Это скоро будет. Завтра ты его точно увидишь. А я убежу. Ты может быть. Скилл, какой Сердоль? Какой Сердоль? Тебе еще. Олежа, только для тебя, за 3 платформы. Все не приезжает как раз. Не, ну я могу тебе продать Сердоль за 5к. Если так хочешь. Барвы еще будет. Ну ты что, спецпредложение? Ты такого никогда не видел. Я как бы уже сегодня не говорил, но Тунга говорит сразу, он хоть яшмы не стоит. Ребята, что, можно вопрос? А мне бы раскладывал? Это секрет. Мы же тебе говорили, позже для чего мы включали этот гимн. Да я не думал, что это до сих пор висит. Я тоже зашел вчера, там, по-моему, буксов ты ломаешь лично, а он буксов. Чупа, иди сюда. Ты там в первой чеке постоянно ломаешь. Ой, чё? Да, он назад, не назад, назад. В первой ячейке вообще беспорядок. Да, в первой ячейке кто-то постоянно ломает. Я думала, это буксол. Бля, я вот чуть-чуть исправлю, там это вот это слева, она нарушает маленькое космическое. Что это за негодяй, который? Ты скажи, я что, на первый не похож? Если вопрос не, а я похож на вампира? А, вампира, ты где? Тут свастику сломал. Я у Данича стою, Иван. Данич, хоть ты скажи. А где Данич? Зайчик. А ты что, видишь огромную шпалу розовую? А, вот. Вы вообще тут, ломает, я не понял. Шпалу розовую. Давай. Что за дебил? Либо Тунга, либо Сайбот. Сайбот может. А, Сайбот тут это делает? В журнале же видно, кто ломает. Нет, в журнале видно только, кто забирает. Нет, переносит там что-то, по-моему, тоже. Нет, это только из одной ячейки. Как бы легчайший с Тернополя, да? Как бы вообще легчайший. Легчайший с Тернополя. Тернополя? Да. Просто Макс Локом решили в миле побить мобов с вихрем, да? Вы там тереться долго еще будете? Вышли Майк с Локом погулять и побить моба в гильдии, блядь. Чего вы тебя убить не можете? Пол гильдии стоит и смотрит, что в сундуке творится. Ну да. Пол гильдии с ГБ ворует. Она такая, не наворуете. Фу, сука. Ну, чтобы уже перестали. Серёга, это ГП. Пиздец, там реально красиво было. Ой, это ГП. Красиво, если я уберу это красиво, то значит ничего не будет. Потом обратно. Бля, а сделай в отдельном. В смысле, что это в отдельном? Негде сделать. В смысле, это все ячейки, больше нету ячеек. Бля, в полезном не поместится, там, мне кажется, можно расписывать. У меня хорошее предложение, Дань. Дай мне свой логин пароль, я тебя в банке выложу, короче, что-нибудь красивое. Да. Дань, я-то тебе могу дать логин пароль, так вот ты нихуя не перекинешь, какая разница. Ты даже восстановить не сможешь по логину пароля. У меня окно уже все привязано, ты что, дядь?
Давай проверим, да? Слишком умен, да? Купа. Ну, он просто час банча заработал. За что? Из банча. Баем, лаем, брат. Рыбу кушаем. Никита, спекайся. А можно я сферки буду собирать? Смотри, что есть. Так, Костя, Рома, вы на боссе. У локов есть доспех, который отхил, увеличивает? Ну, у всех есть. Поставьте метку одного лока под босса. Ставь демон, у него лучше. Посмотри, как я бегаю этот... Кружочек на него поставил, под босса, Веру, не остановишься, и можешь почти чай налить себе. Доспех сейчас. Купа, смотри. Почему полгода пройдет, я буду к медведям, у которого будет прокачана эта фигня. Ты хочешь слышать ответ? Что? Ты действительно ответ хочешь слышать? Тунга ответ. Веру, я доспех поменяй. Что прокачан? У медведя? Да, что там должно быть? Ну ты пета приручаешь, медведя, у него, как у танка, есть этот. Плюс. Да, на 40%. Там вроде черепахи еще такое. Ну, любой танк опять. Еще у этой еще у ДК есть. Они сбили. Подавление. Зачем собачку убили? Вот так, ЕП, ЕП. Ну-ка, пойдем работать ЕП. Короче, я скажу кое-что, и ты КП заработаешь. Давай. Говори. Бастику дело Тунга? Разгром справа. Изи ЕП как бы. Угу. Он сидел просто, лишь бы ничего не делать, пинал подавителей, на пофиг сидел в другом дискорде, а потом получил за это халявное ЕП. Не, ну один ты не стоит. Как халявная. Силы рун потрачены, все потрачено. Аня, а ты всю яшму что ли в этот полезную скинула? Да. Она там была, и я не знаю. Ее я, кстати, могу забирать, тебе опять скидывать. Давление. Можно друг добавлять, то кто не дает адрес. Нет. Из ГБ. Просто мне было интересно, куда они пропали. Ну, которые я скидывал. Которую я себе забрала, которую вы скидывали, которую я успела скинуть. Она скинула меня вообще. Я думал, что можно... Блин, выложить пластику с зелеными яшмами. Не хватит, да, наверное. Я думала, шамана сделать таким дурачком. Она ему уже не очень. Блин, ему что, скорость не очень. Я думала, с яшмами выложить. Ну, блять, ну, скорости не хватает. Скорость МП5 нормально, чем я. Скорость МП5, шаманы МП5, которые себе оставляют себе только две шмотки на МП5. Что говоришь? Я говорю, скорость не очень. Какие там камни вставлять вообще? На скорость хаст желтый. Нахера он нужен в Т5? МП5. Подавление. На Т5 ты понятно. Там скорость не так нужна, там больше не будет. МП5, кстати. Ты думал, там ясно, что так скорее, что там их убивают? Они тебе что-то с микро. Аня, вынь микро из... Димы. Каждый раз, когда приходит больше трех, короче, ветеранов так называемых гильдий, начинается сразу боль для ГМ и ИРЛа. Да почему? Просто тут такой босс. Типа, ну мне похуй. Так бы мы бы сплотили бы, потом бы Спирит пошел бы плакаться мне в личку в ДСе. Но все равно бы это ему не помогло бы, он ушел бы. В смысле? Ну, если бы я тебе мод дал бы. Типичная схема. А за что? Ну, просто, говорю, если бы дал бы мод. Если бы вы флудили на боссе, у меня нормально. Да нет, я на боссе молчать стараюсь. Подавление. Более как бы. Осуждаю, кстати. Такой агрессивный, короче, ему на X3, он пошел с твоими попугами в ВК или куда-то, и ему, типа, дали пустоту за то, что он, наоборот, много пиздит, не затыкается. Горожан он пошел тогда. Ты такой общительный, короче, ваше настроение поднимаешь. Я вот, хз, что за человек там попался?
часто бывает. Да он говорит, я пошел в рейд, думал, сейчас все будут молчать, сражан. Я, сука, пижу не затыкаюсь. Ну, как обычно, в общем. Давайте гимн на ХП. А там просто, чтобы вы понимали, пустота стоит по 700. Я ту самую дорогую помню по 400. Наверное, Геру только на себя дал. Прыгай в портал, прыгай в портал. Потому что у паладина не было вообще стаков подавления. Никита, а за что, бля, я тоже хочу. Тоже хочу. Разгром справа. Я ничего не делал. Да-да-да. Серега, залей на Руси, спасибо ли. Нужно им наложить, короче, Рагнадула, там, пользуется своими услугами, которые постоим мне. Он тебе по плюс один, по минус один давал, пока никто не видел. А сколько времени у него уже эта возможность есть, да, такой? На деньги, по-моему. Я типа, на самом деле, вот вы не знаете, но когда никого нет в гильдии, вот там, короче, он сюда возвращает, радуется. Такой смотрит на него, о да, 100 тысяч. Знаешь, почему это невозможно? Потому что у Димана всегда включен бот на УФГ. Сомневаюсь. Я же видел момент, я вчера сидел, типа, был онлайн только я и Рагнадру. Был ли момент, когда был я и другой друид, типа, всего два человека в гильдии онлайн. Это мои шпионы. Шпионы. Мои маленькие ребята, да, Дим? Блядь. Моё кольцо. Блядь. Идите нахер своим группу лутом. ГЦ кого-то. Я не знаю, зачем ты ставишь на Вальку группу. Чё, спина выпала, нет? Нет. Да, три штуки. Я понял. Бля, где всё, серп, делай ТП. Пиздец. То ни одного декаврей, то их целых пять штук. Как так? Веруня, если ты бы сролил осколок, я бы потом тебя сролил. Жёстко. Каждый ролл осколка минус 5 КП. Он кто-то разрешал осколок ролить. Не, ну это минус ЕП. Мне за зеленку-то ебать сняли. Что, ну, как синь... Не, за синьку, за синьку. Лазер, синь... иди сюда. Синька это святое. Лазер кайфует на 10. Так, спустились все. Все, стойте здесь. Танки, подходите ближе чуть-чуть. Скилл, иди назад, блять, идите в помойку. Жадница 500. Бля, как хорошо, когда тебе даже оттуда выходить не надо. 3. Забирай. Обмен. А чё у нас сегодня Олеж такой тихий? Он с тренировочки. Просто его, видимо, уже разок это заменил. Ебать, понимаю. Женя, микро, бля. Пока, Женя. А что тут делать, подожди? Или может гильдию сделать? Пришел стрим посмотреть. Понял. Да, вкус, конечно, у Женька. Угу. Да. Спал нормально. Чё сон не спит? Не знаю. Так, ну, уже один побегай спит. Куда-нибудь. Мы, наверное, наличие декрепифая на замену. Спирида в рейд хила отправим. Его не надо, он опять будет сферу такой дисплеить. Дима, это личное унижение для меня, да, на диспеле? Спирит под диспелом. Он опять побежит на сферу и скажет, это не я. Нет, он сказал, а чё я? Нет, тогда был я, базарной, я там выступал, я долбоёб накосячил. А чё, сразу я? Да не, ну я спал лучше там практически, извините. Миличники там, старайтесь особо не подходить, только ДКшники могут под зелёнкой потом выйти.
Данич, на фрост поставь. А, накручивать. Ай! Зелен какой-то. Да что ты? Неожиданно, наверное, да, я не сказал про это ничего. О, да. Ну все, короче, давайте я это. Пью, пойду это. И же все сделаю. А кто Данич? Они зыбка не спасают, да? Не. Блин. Он дурачок, он же знает, что ты. У меня не зыбка в КД, алло. А зачем ты эту ютуб сразу прожал? Надо было по очереди. Как бы не закончилась зеленка, я продал неживку, мне сразу сложило, как бы. Я даже типа могу как-то хз доказать своим придумать. А, так ты танка шмот одень в следующий раз. Понимаю. Там ничего разу не будет. Да он просто ракушка будет давать, съел. Я успею. А можно, кстати, как-нибудь стоять подальше, чтобы тебя не доставали, а ты зимой доставал свой? Нет. Она 8 метров радиус. А, она коротенькая. Понятно, что-то. Там не обманешь за систему. Странно, Женя, стрипом мастер всех классов, почему я ты не знаю. Знаешь? Я так никогда не говорил. Я вот это уже уже. А информация, которую я с вами делюсь, я откуда, думаешь, получаю? От вас же и получаю. Сейчас водичка тебе надо. Я думал, при рождении у тебя вшито уже. Даже не айфон. Как это, окей, жадница, можно мне говногайд на холидника? Ну, там, короче, это, РПБ неплохо смотрится. Я тебе это никогда не забуду, понял? Неплохо смотрится. Было бы интересно почитать такие гайды. Тут только так не падали в кожу, да? Какой кости? Так Петца и бот выиграл. Да. У него 72, по-моему, ролл был. У тебя ниже был. Ну, тоненького. О, давай, короче, этот Тунга, давай, кто первый отлетает? My God, был Тунга. Ты. Я просто бить не буду. Я на медведя на пулю, короче, раз безумно не хочет. Безумно медведя. Давай быстрее. Сейчас, один фрейм всех соберу. Быстрее, давай, бить, быстрее. А мне можно в целка заходить, не? Можно, но не нужно. Смотрите, какая пачка сочная. Врывайся. Нет, лови. Я тебе говорю, я умираю на раз, два, три, медведя. Аля несусь, аля несусь. Не эксперт, но он на летчатку валит. Чё говоришь? Я не эксперт, но он на летчатку валит. Не, не ходи. Ты на леча залетаешь, а не на этого. А, блядь, а я уже ходил свою, ну ладно, да, мы сейчас лечим. Что, по вместо кого я зашёл? Не знаю. Место вот без урона, значит, вы место в группе сами. А может я тогда все-таки останусь? Зурон. Не, у Дизрона там же один. Правда, он потому что ты иногда сранит. Алло, Гинни, алло, ты не дал Астрали как бы с Монисом. Кому? Астрали. А, бля. Прости, братик, сейчас скажу. Безумно здорово. Как же. Ладно, давайте я. Вы мне стал полемить. Не, спасибо. Это же мне шутка, блядь. Шутки за тест. Угу. Дайте я сингу потанчу. Нет. Хотя, в принципе, нет, у меня что-то нет. Слабые. У тебя же нету танка, ты что? Блядь, что если дать Тунге возможность потанчить лично?
Нет. Спасибо, не. А, и за каждый вайп по кесу ГП, да? Ой, минус Е. Тунги? Ну да, тебе. Ну ты же не похилил меня. А, да, да, это ваншот. Давай проверим. Не, по моей системе с тунгой вместо это за каждый вайп минус 7 ЕП, все это минус ЕП будет у тунги. Минус 7 за каждому, да? Ну от каждого к тунге. Блять, ты мне мозг сломал. Типа тунга за всех. Один за всех и все за тунгу. Не. Оно того не стоит. ТТМ убираем? Это да. Ой, блядь, здесь долго. Костя, ТТМ. Ебаная заморозка. Петов убираем, сайбот не стой, не ФКш. А может мне можно поедемить все-таки чуть-чуть? А зачем сюда? А что одну надо? А чтоб повеселее было. Ну а хули вам не было? Можно было топить, там танчить, в принципе, велика разница. Достигнуть вообще. Там вообще весело было, как то били, вот раз спаунилось, минимум повеселее. Можно два сразу танчить. Можно жопой танчить, смотри. Можно через жопу. Можно и одновременно и так и так. И жопы через жопу. Аня, а в чем прикол это МП5 с Т5? Я просто не совсем понимаю, потому что я видел чела, он фул, короче, задоненный, там просто без. Уже кидай, Кость. У него 4-5 и все, все камни в МП5. Ты можешь там прямо место бить. Че еще раз? На место бить, там это лужа сколько? На центре, да? Она там МП5 что ли стакается? Она МП5 много жрет. А, понятно. Просто он, блядь, вообще фул нахуй. Пока маны просто выкидывают на 6 секунд лужи, которая длится всего 6 секунд. Просто у него и бис этот сокет с острова особка. Блять, мета сокет. Тоже да. Тут боешка валяется, колокольчик. Где? Где? Нет. Если 64-й запуск стоит голды, то сколько колокольчик стоит? 300 голды он чем-то стоит. Все, кидай танго. Он вообще. Нет, меньше ты че. Ну, я в последнее время заходил, видел за 300 голды. Давай сейчас даже тогда интересно, сколько он стоит. После 255 написано. Ну сейчас я зайду посмотрю. Куиня веди плошим благополучу. Бля, я недавно из Энгарду прорейлил Алара. Говори это всем. Энгардов? Бля, ну это было забавно просто. Энгарду. Как же ты? Как ты был хорош. Энгардов. Дима, я смотрю, у тебя неплохой преемник растет, этот декрепифайчик. Такой же контрастный, как ты в свое время у него. Бисова шея с этого, с Халеона и Триняс и К10 оп. Я все вспоминаю сразу тебя с этими, с часиками. Бля, ну они дамажили. Чем? Да, все логично. Бисова и Триняс, кто не знал. Ну, шарик. Я помню Хейтона, который, блядь, чуть ли не бисовый, бегает с 245-й тринькой. Давайте на сапрот обмен, кто еще не брал, речь. А если я на профе брал, можно еще один? Ну, если он у тебя кончился, то да? Дай, бил. Дай. Слабый бил. Да, по 250 стоит. Никита, ёб твою мать, ты чё в сове? Я... Бесполезно. Сука, я в хиле? Ой, блядь. О, господи, блядь. Я же не умею хилить. Мне это как-то не мешает, знаешь ли. Давай. Хотя не дам тебе большой, ты наказан.
ветви расчехляй. Нашел, блять, оправдание, я не умею хилить. Ой, я травму не взял. Как бы совасть, а тоже, по-моему, печально бывает. Первую фазу. У кого есть джипс? Ребята. Чё бы молодого, блять, это... Накинуть. Давай себе ещё кому сопротик. Надо кому? Хилы. Сибелла, Влада. Почта, я жду. Влада есть. Сибелла, давай обмен. Да, потанчу. Ту хила травма. Ну я во флуде не разобрался. Войд? Войд. Окей. Кидай обмен. Войд. У вас 2 ДЦ? Это 2 ДЦ. Ну ладно, один ДЦ. Я уже испугался. Неправда, мы лорда Ребрада начали бить в 41 минуту. Так-то, так-то. В смысле, в 3.41? 15. Угу. Ну, блядь, если... Кату делали. А чё так было? А. Если бы не вайпали профи и не ребут, мы бы уже на речепе. Ну, блядь, ты же знаешь. Силы Сибири рейдит, надо будет приготовить. Так, проверка готовности завершена, напоминаю. 2 человека в одну меточку на взлетке. Остальные уклоняемся. Вторая фаза, квадрат. Первая метка, вторая крест метка. И так по очереди. Слушайте команды. И освобожденки, кастеры. Не кастите вообще, когда словили. В принципе, все. Поехали. Молодцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Сан-Франциско, Лайджек, Скилл, Хазур, Сибелла, Веруния, Стопкаст. Готовимся к притяжке. Отбежали. На лестницу забежали. Астрали, Блэкдот, Прирождённый, Жадница, Лэджек, Безума. Вышли. Ну куда ты идешь? Кто там? Блэкдот. Право близко. Спрятались. Склепы до 300к. Лево, близко. Разбивать их не надо. Не надо их разбивать. Только подбиваем. Лево, близко. Лево далеко. Последняя падает. Разбили склепы. Слава, немножко подтяни на себя. Все. Сан-Франциско, Лазер, Скарчик, Скилл, Рагнадру, Стопкаст. Готовимся к притяжке. Сан-Франциско, Лазер, Лэджек, Сибелла, Рагнадру, Влада. Жадница повис. Сейчас погибну, жесткий, скорее жесткий. Всего. Отвис? Ты отвис? На лестницу? Нет. Мне придется сейчас клиент перезапускать. Готовимся к меточкам. Астрали, Тунга, Атула, Джек, Енот, Хазур. Скажешь, когда ты виснешь. Центр близко, на правую сторону зашли.
Лево далеко. По центральной стопните. Ну, по именно по лоу хпшной. Центр ровно. Право близко. На левую сторону. Разбили склепы. Ну что там, разница? Я же говорю, у меня клиент накрылся, шепер захожу. Ладно. Black Dot, Веруня, лазер, боксол, скилл, равнодру. Три раза. Опять скоро будет притяжка. Отбежали. А, Рома, Black Dot, Буксол, Аня, Веруня, стоп-каст. На лестницу. Меточки. Рома, Купа, Black Dot, скилл, равнодру без ума. Вышли. Право близко. Лево близко. На правую сторону забежали. Правее центра. Нормально. Центр далеко. Разбили склепы. Сибелла, подними Black Dot быстро. Порталы не забудь себе поставить. Вставай, Эсгард. Забафайте их. Так, Рома, Сайбот, лазер, Сибелла, Улады, стоп-каст. Готовимся ко второй фазе. Напоминаю, на второй фазе милишники, вы сразу отходите в звездочку. Отошли в звездочку, шаман Гера пошла. Первая метка идет квадрат налево. Лево, как смотреть на босса. Лево — это квадрат, там где синяя меточка. Синий — это цвет такой. Квадрат — это хуйня. Рома. Рома, алло, блядь. Все в порядке. Дайте каску полога. Разбили склеп. Сан-Франциско, Бабл, Буксол, Сибелла, Сиринелла, Улада, стоп-каст. До склепа каждый прячемся. Следующий склеп идет в крестик. Улада в крестик. Крестик, зубы себе дай, Улада. Дай себе зуб. Хорошо, спрятали за склеп, спрятали за склеп. Ждем притяжки. Следующую лево. Астрали лево. Склеп. Не разбивать, не разбивать. Ребят, не надо разбивать. Милишники по левому склепу хуярим. Сан-Франциско, Сайбот, Скарчик, Лайджек, Скиллмак. Все, разбили склепы. Разбили склепы. РДД, склеп центральный. Освободите Владу мне, ну. Лэджек, центр. Поставьте свои доспехи на саппорт, маги. Лайда, поменяйте танк. Разбиваем ближайшие две метки. Разбиваем две меточки. Следующая будет лево, потом будет центр, притяжка. С освобожденками не кастим. Енот, лево, квадрат. Три лока. Black Dot, Берурожденный, Веруня, Скарчик, Сибелла, Улада, стоп-каст. По склепу. Левому. Играйте, милишники. РДД по боссу. Сайбот, центр, в тучке будешь. Сейчас будет притяжка, ребят. Центр, тучка. Тучка. Ага, притяжка. Спрятались. Хазур, спрячься. Хазур, спрячься. Не разбивать склеп. Бурежжена, Скарчик, Хазуру, Сибелла, Улада, Веруня, стоп-каст. Как взрывает, сразу разбиваем. Разбиваем, Black Dot, лево, квадрат. Лево, квадрат. Милишники, играем по склепу.
буксол, квадрат под дубовой кожей. Крестик, извини, перепутал. Разбили склеп. Сан-Франциско, Сайбот, Лазер, Леджек, Скилл, Макси, Белла. Магии можете скинуть. Следующая лево квадрат. Сан-Франциско, Сайбот, Дружина. Так, Купа вышел. Разбили склеп. Следующая будет центр, притяжка. Сильная Эль. Крест. Притяжка, готовимся. Спрятались в звездочку. В один таргет. Сан-Франциско, Скарчик, Скиллмак, Хазуку, Лада, Веруни. Готовимся отбегать. Обегаем. Сайбот, как добежишь, гим на хп давай. Сайбот, гим на хп. Играем по боссу. Хазур, выходи. Играем по боссу. Давайте, хилимся и живем. Можно с освобожденками, можете хуярить. Просто бьем. Гим на хп, Лада. Все живая. Астрали лево вышел. Набили. Да ладно, Синдра с первого трая. Что так? Это что тебе? Точно? Че? Рейсмит. Просто это, как бы талисман пришел, знаешь, это. Да, талисман не удачный. Да, да, вот талисман вернулся, буксол вернулся. Все нормально, нормально. Я тебя понял. Клык выпал, кстати. Клык. Это мне, да. Давайте. Рейсмит на талисман. Ну вот, а теперь как на новый контент на лича идем. Мы еще в РС пойдем на новый контент. В смысле, что, правда? Да не. Так на том КД мы не закрывали, потому что людей не было. Три хила, блять, заходило и все. Так. Давайте сразу, серьезно. Хазур, лучше не надо. У нас немножко состав хилов не такой, ну, который бы я хотел. Ну, спирит, но будет в 6 хилов хилить, я поэтому и беру. Скарчик пусть тоже в хила идет. Я за боль ДПС. Что там? Не, ну. Без мало, у тебя есть клык? Подожди, ёпта, подожди, я что-то проебал. Танкам не надо? Кто? Купа Войд Войду. Забирает анролл. Никто себе нового в спек тут и не забирает. Только мейн. Сначала танки. Потом мне пофигу, что у них. Ставка 1К. Войд. Попробуй передать Даничу. Ну, чисто, просто он вылетел. Навряд ли ему даст. Он снаружи стоял во время смерти босса. Yes. Сибелла. Ой. Давайте поднимаемся наверх. Декрипифай, делай ТП. Выходи с места. Ролим. Все было 82. Там енот 96 кинул. Клык уходит бисту. Енот 96. Аня, а что там по этим? По орегам? В КБ есть. Так, что, хилесты? Не-не-не-не. Дамаш. Нам нужно вот здесь очень много дамага. Дима, мне в АУЕ 4, ты 4 или в 2-5 солотарки. Ты будешь танчить, наверное, босса. Потому что Ширкаре, мне кажется, попроще под безумие. Это Афлик говорит. Ага, Афлик. Бля, ребят, поставьте банк, пожалуйста. Так, а зачем тебе здесь АУЕ? Тут нет АУЕ. Да, тут будет кому накручивать. В Афли. Тут солотарки, ну, да, ты играешь. Надо быть вовле. Так, спирита суманули.
Все, все тут, да, я так понимаю. Рыбку кушайте. Кому еще надо сапрот? Блин, поставь ГБ, пожалуйста. Рыба стоит. ГБ. КД. Бля. Это уж сапрот. Гайс, поставьте кто-нибудь. Ладно, ну иди покури, иди покури. Пока все бафаются. Да-да-да-да, иди курить. Дзян. А, бля, всех перебрал на фане. Идите, идите там, курите, пейте. Давайте чё, вообще перекур, перерыв 3 да? минуты сделаем. А дай Войду ассиста. Блин, Ром, на, мне кажется, это суманёшь, мне надо в Даларан, я платье забыл. На свой перекур и только так идут на лече. Спасибо. Пиздец. Перчатки получал? Не выражайтесь, молодой человек. Почему? Потому что. А, блядь, квыжен! А, жуть.